Итак, всем снова здорово и с наступающим новым 2018 годом, дорогие друзья, с вами Фрикстер и, в общем, всем привет, привет всем подписчикам, зрителям, просто мимо проходящим канала Фрикстер Universe и Twitch канала Фрикстер Universe. Я бы хотел сегодня сделать такой, ну, что-то вроде подкастика на Новый год, опять же, подвести итоги прошедшего года и рассказать планы будущего года. На самом-то деле, этот год, так сказать, для меня и, возможно, для канала, так сказать, потерпел немножко фиаско. Но поговорим о том, что в первую очередь то, что я запланировал на прошлый 2017 год, так сказать, не свершилось, не сбылось, так как были некоторые причины этому. То есть, допустим, я планировал в этом году записать прохождение игры Сив, также прохождение игры Styx Shard of Darkness, прохождение игры Dishonored 2. Но получилось так, что две из этих игры, то есть Styx Shard of Darkness и Dishonored 2, имеют довольно-таки большие системные требования. То есть играть в них можно, но опять же, если я буду записывать, иногда будут проседать FPS, там подлагивать, тоже довольно неприятно будет и зрителю, и мне, в принципе, играть. Так что эти проекты я, возможно, на будущее отложил. Ну, конечно, на будущее имеется в виду, как только я приобрету себе новый ПК, точнее, его собираю сейчас, и тогда я уже, конечно же, смогу записать прохождение этих игр, и надеюсь, вам будет, опять же, интересно. Но насчет игры Сив, не знаю, просто у меня в последнее время не было времени, так сказать, извиняюсь за тавтологию, но я сейчас работаю, и поэтому днем, допустим, у меня времени нет, потому что я на работе, и есть время только вечером. Но вечером я записывать видеоролики не могу, так как вечером обычно у меня идут стримы, и именно из-за этого как раз я ничего записывать не могу. И поэтому насчет прохождений я, так сказать, на них немножко забил. Но, тем не менее, в этом году я довольно-таки много записывал летсплея насчет Don't Starve, сделал парочку гайдов. Но, думаю, зрителям как раз понравилось. И на стримах спрашивали довольно часто, когда следующее видео, там, и тому подобное. То есть было приятно это все наблюдать. И, ребят, то есть я стараюсь как можно чаще записывать видеоролики, но не всегда хватает времени. Так что извиняюсь, если там есть какая-то большая задержка, и надеюсь, что вы меня понимаете. Также хотелось бы сказать насчет будущего года. То есть у меня, опять же, тоже есть планы, но, опять же, не знаю, получится их выполнить или нет. На данный момент я записываю прохождение одной из моих любимых игр. Это прохождение игры Принц Персии 2 Трона. Это довольно-таки старая игра, на самом-то деле, и с графикой несовременной, так сказать, но надеюсь все-таки, что вам понравится прохождение именно этой игры и понравится, так сказать, ее сюжет, геймплей и тому подобные вещи. Ну, горячо, надеюсь. Также хотелось бы сказать, что в 2018 году я все-таки запишу летсплей по Don't Starve Кораблекрушению, объединю два мира, ну, планирую в этом году объединить эти два мира, с VX78, Царских Гигантов, и с Уилсоном в Кораблекрушении, сделать один, то есть, так сказать, один мир, чтобы мог переходить и в Кораблекрушение, и Царство Гигантов. Возможно, даже поменяю персонажа. Так что, если что, в голосовании, в эпизоде, там, где я объединю два мира, будет голосование. Ну, точнее, не в том эпизоде, где я объединю два мира, там как раз нужно будет выбирать персонажа. Возможно, раньше будет голосование насчет того, за какого персонажа играть. Также пока особо таких серьезных планов на 2018 не было. Опять же, будет скоро выход DLC Гамлет для Don't Starve, и его я точно буду и стримить, и записывать. Так что, ребят, надеюсь, многим будет интересно, потому что у меня аудитория в каком-то плане заточена под Don't Starve, и это большинству как раз интересно.
также хотел сказать, что в этом году еще канал потерпел, так сказать, немного стресса перетерпел из-за бана на 3 месяца на Ютубе, то есть я 3 месяца не мог стримить. Это очень сильно как бы задезморалило и меня, и деятельность канала, и было все довольно печально. Но тем не менее, меня выручил, так сказать, Twitch канал. И, ребят, если вы смотрите это на YouTube канале и любите, ну и заходите ко мне на стримы на Twitch канал, ой, на YouTube канал, то если вдруг стримов на YouTube нет, то переходите на Twitch канал, там они будут почти всегда. То есть есть такая особенность у YouTube канала, что если что-то происходит на стриме, не подходящее под правила Ютуба, то он сразу же кидает страйк. Возможно, многие из вас знают, что такое страйк, но один страйк — ничего страшного, канал не банится, видео можно выпускать. Но, тем не менее, стримы включать нельзя, что довольно печально для моего канала, потому что в последнее время у меня канал заточен непосредственно под стримы. Также хотелось бы сказать, что еще на данный момент, вот как я записываю видео, идет конкурс на моем канале, и розыгрыш на него 31 числа. Возможно, если я выложу видео раньше, то вы еще успеете зайти и, так сказать, поучаствовать в этом конкурсе. В принципе, на канале вы можете спокойно найти этот конкурс. Конкурс на 3 игры от компании Clay Entertainment. То есть будет 3 победителя. Так что заходите, если еще успеете, конечно. Также хотелось бы сказать, что тот, кто не успел поучаствовать в конкурсе и смотрит это видео уже в 2018 году, привет из прошлого, во-первых. А во-вторых, хотелось бы сказать, что будет скоро новый розыгрыш. Где-то 5 числа, может быть, запущу или как-то так. На розыгрыш на DLC Гамлет, то есть в каком-то плане Гамлет планируется в первом или втором квартале 2018 года, то есть это от января месяца, от 1 числа января месяца до примерно марта, до конца марта, ну где-то в этом промежутке времени, возможно, выйдет DLC Гамлет, но если оно выйдет, то оно выйдет в бета-тесте, то есть если вы его купите, то Гамлет будет потихоньку развиваться, ну, как обычно это бывает с бета-тестами, и улучшаться. Так что времени, думаю, еще вполне достаточно, но я думаю, конкурс начать немножко раньше, чтобы как только выйдет, чтобы некоторые зрители моего канала уже сразу начали, ну, сразу поимели себе это DLC. Опять же, планируется и запись на YouTube DLC Гамлет, а также и стримы с этим DLC, так что, ребят, надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на то, что будете приходить на стримы, безумно буду вам за это благодарен. Ну, и в таком случае на этом, думаю, закончить. Вроде бы сказал все, ничего не забыл, надеюсь, что ничего не забыл. И хочу еще раз, дорогие друзья, поздравить вас с наступающим или уже наступившим Новым годом. Надеюсь, что все то, что вы планировали на следующий год, сбудется, да вы еще и перевыполните этот план. Желаю всем, дорогие друзья, удачи, в первую очередь удачи, потому что удача — это все, удача — это популярность, удача — это деньги, удача — это здоровье, все зависит от удачи. Так что, ребят, побольше вам всем удачи. На этом все, всем огромное спасибо и еще раз с наступающим, хо-хо-хо, всем до скорого.